Всем привет! Сегодня с вами приготовим очень вкусный слоеный салат. Сыр натираем на мелкой терке. Яйца необходимо отварить и натираем на мелкой терке. Картофель отвариваем, натираем на крупной терке. Морковь отвариваем, натираем на крупной терке. Соленые огурцы мелко нарезаем. Сок отжимаем. Говядину необходимо отварить в подсоленной воде до готовности. Затем мелко нарезаем. Репчатый лук нарезаем. В сковороду добавляем подсолнечное масло. Тушим лук на среднем огне до золотистого цвета. Собираем салат в разъемном кольце диаметром 18 см. Первый слой – картофель. Солим по вкусу. Майонез. Далее огурцы. Мясо. Лук. Сверху майонез. Затем морковь и майонез. Следующий слой – яйца. Солим по вкусу. Майонез. Сверху салат посыпаем сыром. Ставим салат в холодильник примерно на 2 часа. Затем разъемное кольцо снимаем. Наш слоеный салат готов, он получается очень вкусный. Обязательно попробуйте приготовить. Всем приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!